В Красноярской мэрии прошли общественные слушания по программе «Безопасные и качественные дороги». Жителей города пригласили встретиться со специалистами администрации, чтобы узнать, как будет проходить ремонт улиц в этом году и высказать свои пожелания и предложения. Самые активные красноярцы записались в общественные контролеры. Теперь за каждым из них закрепят определенный участок дорожной сети. Добровольцы должны будут весь ремонтный сезон следить за ходом работ на своем участке и сообщать о нарушениях работникам администрации. Остальных жителей тоже призвали наблюдать за ремонтом улиц и рассказывать о проблемах. Формы участия могут быть различными. На сегодняшний день у заказчиков работ имеются аккаунты в большинстве популярных социальных сетях, имеются формы обратной связи на официальных сайтах, работают телефоны горячих линий. Официальное приемное обращение граждан на федеральном уровне стала сеть ВКонтакте. Там создана группа «Безопасные и качественные дороги». И определенно есть подгруппы для каждой агломерации, где можете также выкладывать сообщения, информацию, получать обратную связь.